А в Турции во время жертвоприношения пострадали тысячи людей. Об этом сообщил министр здравоохранения этой страны. Массовые обращения в больницы в священный праздник мусульман, по его мнению, связаны с тем, что проводят обряды непрофессионалы. Минздрав Турции призвал обратить на это внимание. Первый день праздника около 16 тысяч человек по всей стране, в том числе 1274 человека в Анкаре, 840 человек в Стамбуле и 416 человек в Измире обратились в наши медицинские учреждения в результате травм, полученных во время жертвоприношения. К таким ситуациям приводит то, что разрезы не выполняются профессиональными людьми. Мы рекомендуем тем, кто еще не зарезал своих животных, обратить на это внимание.